Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 51. Задание на полях. Второе. В этом задании мы должны решить и найти лишнее уравнение. В каждом из уравнений у нас неизвестно делимое. Чтобы узнать делимое, нужно частное умножить на делитель. То есть мы должны 16 умножить на 6. 10 на 6 – 60, и 6 на 6 – 36. Всего получается 96. В первом уравнении x равен 96. Аналогичным образом решаем второе уравнение. 24 умножаем на 4. 20 на 4 – 80, и 4 на 4 – 16. 80 плюс 16 получается 96. В третьем уравнении мы должны будем 36 умножить на 2. 30 на 2 – 60, и 6 на 2 – 12. Всего 72. И последнее уравнение. 48 умножаем на 2. 40 на 2 – 80, и 8 на 2 – 16. Всего 96. Если мы посмотрим на решение уравнений, то лишним у нас получится третье уравнение, потому что во всех остальных уравнениях их x равен 96, и только в третьем уравнении x равен 72. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.